100 тысяч, конечно. Да, люди, конечно, упали серьезно из этих ситуаций всех стране. Ого! Тут, конечно. Ну, Русик, вот помедленнее тут я этот момент хочу заснять. Тут я быстро не смогу ехать. И ты скажешь, ну, где-то на сельской дороге. Это трасса Киев-Одесса. Участок Краснознаменка. Участок Краснознаменка. Надо переименовывать срочно. Там фуры вообще бежают по этому грязи.